Издавна считалось, что малиновый звон колокольчиков на свадьбе к долгому и счастливому браку. Ими богато наряжались тройки лошадей, чтобы издалека было слышно приближение веселого гуляния. А во время церемонии молодожены преподносили друг другу подарочные колокольцы, на которых специально отливались любовные надписи. Например, на этом колокольчике 19 века до сих пор сохранилась чеканка «Кого люблю, тому дарю». В фондах краеведческого музея можно найти более 100 свадебных колоколов самых разных размеров. Когда-то вся эта огромная коллекция принадлежала заслуженному художнику России Владимиру Тетенькину. Сейчас колокольчики готовят к экспозиции, посвященной Дню любви, семьи и верности, как символы всех этих вещей. Еще один символ верности, существовавший во все времена, это замок. В наши дни молодожены вешают его на перила городской набережной. Несколько веков назад традиция была совершенно иная. По возвращению с храма молодожены должны были разомкнуть замок и положить его под плавик. На следующий день замок замыкали и выбрасывали. Этот обычай призван был сохранить брак на века. В Иркутском краеведческом музее есть несколько экспозиций, посвященных празднику семьи, любви и верности. Несколько веков назад считалось, чем оригинальнее подарок преподнести на свадьбе, тем богаче будут жить молодожены. Так, в 19 веке самым эффектным подарком в богатых семьях считались вещи, изготовленные на Каслинском чугунолитейном заводе. Сейчас эти произведения искусства на вес золота, хотя они изготовлены из обычного чугуна, а не из драгоценных металлов. Каслинские работы считаются культурным наследием России. Наша коллекция уникальна тем, что часть ее сделана по проектам известных архитекторов второй половины 19 века. Это, например, Бах. Наш город его, конечно же, знает, да, потому что он изготовил бронзового Александра III. Это памятник на набережной реки Ангары. И в нашем музее есть, конечно, его предметы. Это Лансаре, вот эта вот скульптура была изготовлена по его проекту. Это Клод и многие другие. Родители жениха и невесты по традиции дарили молодоженам старинное фамильное серебро. Например, эти столовые приборы когда-то принадлежали одному богатому иркутскому купцу и передавались через 4 поколения его семьи. Вот в данной коллекции представлено 13 предметов интересных. Есть приборы, которые вышли из современной сервировки стола. Вот такое интересное ситечко для чая или вот лопатка для шпрот, лопатка для соли, нож для сыра. Или вот рыбный нож. Сами молодожены в качестве символа своей любви часто дарили друг другу необычные ювелирные безделушки, выполненные на заказ и обязательно с памятной гравировкой. Мужчины преподносили своим возлюбленным серебряные пудреницы и коробочки для нюхательного табака. Женщины – золотые пенсне и часы на цепочке. В наши дни традиция дарить вещи с гравировкой также сохранилась. Взять, к примеру, обручальные кольца, на которых стало популярным писать имена возлюбленных. Но, как говорится, главное не подарок, а чувство, с которым его дарят. Елизавета Шигвалеева, Александр Пахомов. Новости сейчас.